самая главная проблема, когда вот эти уплотнительные резинки сходят вниз. Ну, то есть плохо держатся. На. Чего? Меняй. Снимай резинку и ставь новую. Чтоб ты почувствовал, какая между ними разница. Я понял, что они вон выскочили. У него два выскочили. Они и так-так не выскакивают. Они выскакивают. Они у него обе были выскоченные. Я понимаю, потому что он их поставил. Вот. Это мягкая резинка. А вот это вот автомобильная. Попробуй ее снять сейчас. Да, ее не снимается. Она не снимается. Вот так она вставляется хорошо. Да. Снимать хорошо их, мы ему скажем, что вот это его родные, это ремкомплект. А эти ставь, и они у него точно никогда не слезут. Ну, это, а что вы сразу что-то не поставили? Это 6 на 9. Обычные вазовские резинки. Которые можно брать и смело ставить.